Мы живем в России. Герб России – золотой двуглавый орел, могучий и гордый. На его груди Георгий Победоносец. Он пронзает серебряным копьем злого дракона. Флаг России трехцветный – белый, синий, красный. Столица нашей родины – Москва. В центре Москвы – старинный Кремль. В кремлевских палатах на протяжении многих веков жили великие князья и цари, правители России. В честь их предка, великого князя Ярослава Мудрого, и назван древний русский город Ярославль. На гербе города медведь, которого по преданию поборол князь Ярослав. А еще в этом городе почти 300 лет назад знаменитый актер Федор Волков основал самый первый русский театр. Ярославцы делают удивительные изразцы, которые украшают церкви и дома. Здесь рисовали народный лубок, забавные истории в картинках. И, конечно же, здесь можно услышать много веселых сказок. Каждая из них как драгоценный камень-самоцвет. Жили-были три брата. Два еще ничего, а третий Иван дурак. Что не сделает, все не так. Гляньте-ка, Ваня и козу-то не пасет, а плясать учит. Видишь, она стройная стала, чисто балерина. Жили братья, не тужили, да деньги в дому кончились. Вот братья и решили козу продать. Че с нее толку-то? Ни молока, ни мяса. Иван! И послали дурака на ярмарку. Жалко Ване козу, да что поделаешь? Вот идет он лесом и слышит, скрипит что-то. А это елка старая. Ветер как подует, она и заскрипит. По что елка скрипит, думает дурак. Уж не торгует ли мою козу? Ну уж, коли хочешь покупать, так покупай. Я не прочь продать. Коза 200 рублев стоит. Меньше никак нельзя. Вылай-ка деньги. А елка все скрипит, а дураку кажется, что она отсрочки просит. Ладно, подожду до завтра. Привязал козу к елке, распрощался и пошел домой. Ну что, продал козу? Продал. За дорого? За... 200 рублев. Да ну, деньги-то покажешь. Еще не получал, сказано завтра приходить. Эх ты, простота. А кому продал-то? Елки в лесу, а что? Дурак ты, дурак! Оно же дерево-то не обучено! А в той елке дупло было, а в том дупле-то разбойники золото прятали. Где же это слыхано дереву козу торговать? Да оно сроду денег не имеет. Вот что, дурак, иди обратно и без козы не возвращайся. Эй, елка, ты или деньги, или козу назад давай. Я до завтра ждать не могу. Ну ты будешь меня завтраками подчивать, то с тебя вовсе не получишь. Я шутить не люблю. Ну вот, совсем другое дело. А то завтра, завтра. Где ж ты, дурак, столько золота добыл? Елка за козу отдала. Да ну, тогда давай делиться. Мы же братья, по-братски поделим. Хорошо разделили, по-честному. Ивану, как он дурак, достался целый пятак. А он и доволен, и того сроду не было. С этим пятаком отправили братья Ивана в город на заработки. Нечего дома-то безделить. Нанял его в работники один барин.
Почту, Иван, дверь не бросай, стереги, чтобы вор не залез. И собачку мою покорми хорошенько. Да гляди за ней, барон не считай. Ну что, подежурать хочешь? Сейчас. Одна, две, три. И почему их считать нельзя? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. О, еще и дверь стеречь надо. А это куда девалась? Моська, Моська, сбежал, что ли? Да, ну я ввязался. Два тела за раз. Дверь не бросал, собачку кормил, ворон не считали. И пошел Иванушка собачку искать. Опять в лес пришел. Моська! Вдруг видит яма, Моська! А в яме медведь. Здравствуй, Миша. Здорово, Иван. Ты что тут делаешь? Чего-чего, видишь, в яму упал. Вытащи меня, Ваня, а я тебе службу сослужу. Нагнул Иван елочку молодую да упругую прямо в яму. Отпускай. А ты что с дверью в лесу делаешь? Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. Эх, ты дурачок. Вот я тебя за это съем.